Посмотрите, кто у нас тут есть. Миленькие. Миленькие милашечки такие. Меленькие. Меленькие, хорошенькие. Ой, 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 смотрите. Какие. Стой, летучая птица. Стой. Ой. В общем, им уже третьи сутки. Раньше, когда мы их купили, буквально половина ящика была. Сейчас уже просто целый ящик. А что ты делаешь? А вот, но мы, конечно, их не храним. Ну, как бы, они тут у нас не живут. Они живут у нас в отдельной клетке, где им хорошо, просторно. А на данный момент мы их сюда переселили для того, чтобы почистить клетку. Смотрите, какие они хорошенькие такие. Лепотуськи. Кей, привет, ну не улетай. Не улетай. Ты куда? Хочешь полететь? Ой! Ты куда собрался лететь? Цыпочка. Какой классный этот цыпленок. Это цыплята бройлера. Мы взяли их тут 80 штучек. Они сейчас такие милашки маленькие, такие классные. Дети не отлазят от них. Вот смотрите, они немножко такие запачканные. Запачканные, потому что они в клетке очень много какают. Мы не можем по 3-5 раз в день их чистить. Ихнюю клетку чистить. Кто такой там Валёна? Прям по головам летают. Ну что, поехали в клетку? Дом готов? Так, поставим им освещение. Данилка, помогай. Сейчас, секунду. Вот так вот. Отпускай и переворачивай. Давайте, будем выселяться, заселяться. Наш. Там подавим так. Да не, давай выкидывай, не бойся. Да не надо. Подавим цыпляточек. Подавим ребяточек. Мокрые, да, они все мокрые, они тут запотели. Все, Воля. Так, давайте, хлопцы и девчата, гулять, 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 гулять. Давайте, зайчики, давайте, вы трухайтесь на свободу. О, сидит уже. Нет, ты не грустный? Смотри мне. Попробуй только загрусти. Опа, давайте. Все. Серуны. Серуны маленькие. Сейчас я руки помою. Пить надо им давать. Я же не успел выгрызть, уже насрали больше, чем... Ну, а что ты хотел? Конечно. Да? Цыплюхи. А сейчас водичку, кормежку, все дадим вам. А я тебе поклею еще. О, все, я царь. Цари, цари собрались тут наверху. Ой, сейчас как пить будем. Боже, как мы пить хотим. Боже, боже, мама родная. Жарко. Давайте пейте. Пейте, пейте. Сейчас еще дадим. Дадим одну поилочку. Они так быстро растут. Мне кажется, что тут дня 4 и все. И они уже
Не поместятся сюда. Господи, так сладко пьем. Такие сладкие. Девчонки и мальчишки. Такие хорошие. Ой, что это тут? Что это тут? Непонятно. Какая это тут? Кто это? Привет! Привет! Приятно с вами познакомиться. Клюет мою камеру. Мама родная, голодающая по Волжье. Ты посмотри. Их никогда не кормили. Никогда в жизни не кормили. Да не деритесь. Ты смотри, какой деловой залез такой. Так, а ну-ка слазим. Не, ага. Скинь, попробуй. Вот козявки. Так вот подвязываем им кормушки, чтобы они не залазили туда полностью. То они начинают залазить и какать в корм. Кто-то спит, отдыхает. Спокойной ночи, малыш. А кто-то тут так яро кушает, да? Кто тут кушает? Кто тут хорошо кушает? Кто? Кто? Ну, в общем, мало нам деток. Мы решили завести себе еще. Так что нянчимся. Кстати, купили мы их с весом где-то 47-48 грамм. Сейчас они уже весят 75. Они растут. Один умер, скорее всего, затолкли. Не знаю почему, но в общем он на вторые сутки уже умер. И тут у нас еще где-то ходит такой вот с перегнутой головой. Вот так вот пьет водичку, вот так вот, вот так вот и аж падает. В общем, сегодня утром я его видела, сейчас что-то не могу найти. Но нам сказали, что шейка выровняется и все будет хорошо. Так что я надеюсь, что все, уже это шейка восстановилась и все хорошо. Чистит себя. Такой малявка уже чистит, там что-то возюкается. Где ваши перышки? Покажитесь. А вот, допустим, вот сидит на кормушке. Видно, справа у него перышко. Ну, на крылышках. Вот. Вот такой вот. А вот он, кстати, с согнутой головой. Вот он с согнутой головой как раз-таки. Голова уже восстанавливается. Давайте посмотрим на него. Проследим, как он будет пить водичку. Вот он на бочок даже ходит. Такой вот. Оп, и сел. Ты уже напился? Ну, он такой бодренький, кушает хорошо. Все, пошел греться. Такой сидит возле кормушки, засыпает. Кайфует. Назарка тут, да? Привет. Ну расскажи, какие впечатления? Как тебе нравятся цыплятки? С ними можно чуть-чуть поиграть. Да. Погладить их. Можно, да, чуть-чуть. Но в ручки мы брать не разрешаем, да? Просто у нас один умер. Да. Очень печально, что один умер. Ну, а куда деваться? Не без этого. Мы знаем, что будет. Кто-то да умрет, да? Ну, а что делать? Но мы надеемся, что больше такого не будет. Что все останутся 80 штук здоровыми, сытыми, накормленными. Никто их не будет обижать, не давить, ничего, да? А сколько их совсем было? Вообще было их? Да. Их было 81. А сейчас 80. А сейчас 80, да. Нам дали на поход одного
Вот этого, который перекошен из головки. Вот хлёсенький. Да, хлёсенькие такие. Один умер. Да, умер. Хлебушка, ну у тебя какие впечатления? Нравятся цыплята. Нравится? Что ты с ними будешь делать? Играться. И все? Короче, тут все пределы. Дети, по-моему, отсюда никогда не уходят. Все интересно настолько. Я сама вот села тут и кайфую с ними на пару. Наблюдаю, они такие интересные. По головам ходят. Первый день такие сонные все были. Еле ходили, тут не могли пошевелиться лишний раз. А сейчас уже и по головам бегают, и себя чистят, и себя моют. Короче, самостоятельные детки уже становятся. Вам нравятся цыплятки? Мы для вас будем видео снимать про них. Туда надо смотреть. Правильно, Назарка. Ну, застесняли моего Назарку. Будете смотреть видео, если мы будем показывать вам, как они растут? Будет вам это интересно? Ну, в общем, пока. Ждем ответы в комментариях. Пока. Всем пока-пока. Приезжайте в гости. За цыплятами смотреть? Да. Ты уже не можешь справиться с ними? Или за луком приезжайте. Да, за всем приезжайте, мы вас всех ждем.